Всем привет! Вы смотрите «Ананасленд» – канал с самыми интересными актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. И сегодня речь пойдет об Иване Урганте. Напишите в комментариях, как вы относитесь к этому шоумену. Нам интересно ваше мнение. Телеведущий Иван Ургант уже 3 недели находится в России и каждый день на работе, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Последний раз «Вечерний Ургант» выходил в эфир Первого канала 21 февраля 2022 года. После этого шоу не выходило. А в сети появилось сообщение, что Иван Ургант покинул Россию. В ответ на это шоумен сообщил, что просто уехал в отпуск и скоро вернется. Ранее сообщалось, что «Вечерний Ургант» временно выходить не будет. Что ж, мы надеемся, что шоу «Вечерний Ургант» вскоре появится на телеэкранах. А я напоминаю, вы смотрели «Ананасленд». Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. «Ананасленд» – ананасовое настроение.